Сибирского, которого ставка находится в районе, видимо, очень приближенном к этому территории наступления Украины. И надо сказать, что операция очень глубоко разработана была, уже даже признают и западные источники. Тот же Байден высказался, что ему докладывали, ну вот 6 числа, как началась операция, и появилась первая уже информация о заходе украинских войск на территорию РФ, и, ему докладывали каждые 5-6 часов украинские представители. И мы имеем 6, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, по сути, 8 дней. И ничего Российская Федерация сделать не может. Путин ничего сделать не может. Продолжается наступление. Сирский четко показывает Зеленскому эту карту наступления. Уже показали сюжет ТСН о полном захвате Суджи. Небольшой же городок, там где-то, ну, скажем так, я так понимаю, до 6 тысяч человек там проживало. По сути, кто мог, выехал, ну и определенный объем, видимо, людей разных находится, сидят в подвалах, так сказано. Уже полностью центр в руках Украины. Более того, выбитые подразделения российских, боевые, там, военные, как их назвать, выбиты уже с окружающих сел, где-то в районе 2 километра от с этой Суджи. Таким образом, как бы этот плацдарм уже структурирован. И начинается его фортификация. Она будет расширяться, понятное дело, будут создаваться такие как бы зоны обороны. Вот. Ну и важно то, что то есть можно четко уже видно, и уже западникам видно, и по разным и космическим этим всем системам, и другим, кто там же все отслеживают, и каналы, и так далее, что все-таки надо вести речь о тысячи квадратных километров, может уже даже 1100 километров. Ну, естественно, еще не полностью взяты, но серые зоны и так далее. То есть эта система наступления Украины расширяется, в том числе заходом вот на Белгородскую область, вот этот Красно-Яружский, Овражский район. Там полностью он все граждане, ну, все граждане РФ и оттуда, по сути, выехали. Это очень перспективное направление, поскольку это удар во фланг этой группировки, которая штурмует украинский кусок, вот где Волчанск. Есть ли у Украины на это силы, мы не знаем, но тем не менее какие-то силы есть. И идет постепенное продвижение, там вот этот чеченец, этот Алаудинов, у него такие глаза какие-то, да, и голос такой, как это, волоокие глаза, и голос у него такой интересный, правда, как это, вы же знаете, у кого такие. Он мне чем-то этого напоминает бойца, или бойцыху с Алжира, боксершу. Что-то у них есть похожее такое. Надо его, он может, на эти хромосомы проверить. Вот. Рассказывает он там, что все, и Суджи, и это, такой прямо. Я вот, ну, Украина ж ударила очень серьезно, много уже дронов, больше 100 по Российской Федерации, ну, мало, надо где-то, я же говорю, 250, вот, надо 250 дронов бить ночью по, как бы, по вот российской территории должно быть, и хотя бы, ну, хотя бы 15-20 ракет надо, хотя бы 15-20 ракет. Вот, тогда будет уже очень такой, ну, он и так качественный результат, но будет еще лучше, то есть поражены три аэродрома. В том числе вот этот в Нижнем Новгородской области, которого с кинжалами взлетали.
По сути, Воронежская область, еще где-то это третий. По сути, все идет к тому, что Россия не сможет наносить удары по Украине никакими самолетами, вот этими КАБами и прочим. Особенно важно, чтобы Сумская область не бомбилась, конечно, потому что там главные удары наносятся. Акабами этими очень тяжелые. Там где-то с Курской области они взлетают, где они там взлетают, что ж там поразить нельзя, это аэродром. То есть где-то так, я понимаю, еще где-то надо дней 10, чтобы Украина вышла на 200-250 этих дронов за один удар ночной. Ну, я же говорю, нужно хотя бы 15-20 ракет, это вообще было бы замечательно. Не имеет значения какие, абсолютно не имеет. Вот этот комбинированный удар, 200-250 дронов и хотя бы 15-20 ракет для начала. Я полагаю, что фактически система ПВО Российской Федерации просто не выдержит. Они не могут, они не могут это делать, они не в состоянии. У них система полностью уже на пределе. На пределе. И вот три удара по аэродромам военным, и там они поражены так или иначе. Это серьезное, серьезнейшее, по сути, нанесение очень серьезного ущерба РФ. Путин, вот, то есть делаем какой вывод? Первый, что ничего они не могут сделать в Курской области. Ну, болтать можно, конечно, что там прямо тысячами, это все ложь. Это абсолютная ложь. Это первое. Второе, то, что расширяется зона полного контроля Украиной территории Курской области. Это однозначно. Третье. Начали наконец-то обсуждать вопрос военных комендатур. Это очень важно. И я думаю, Суджу надо немедленно там создавать военную комендатуру. Только жвыра какого-то не поставьте, как вот этого, которого сейчас задержали за 500 тысяч. Классное у него прозвище такое, да? Там одну букву поменять, вторую будет не это самое «Хэ». Она у поменять будет классная, прямо как у Путина будет. Вот, ну, конечно, это просто недопустимо. Это таких людей, в общем-то, ну, надо, если это, ну, там, как бы есть доказательства, разговоры, слушания, все, ну, это мародеры, это чистые клептоманы. Ну, понятно, что он же был не просто ж так поставлен на замминистра. Значит, у Шмигаля система... то есть его правительство – это коррупционная структура. Вот надо так говорить. Видимо, покупают место разные бандитские клановые структуры под своего человека. Но как они могут купить? Значит, Шмигаль должен быть в доле. А если Шмигаль, значит Ахметов. А Ахметов – это Новинский. И это, конечно, просто, ну, в таких тяжелейших условиях массовой гибели украинцев – это похоть клептоманов, этих мародерзов, это просто это ублюдки какие-то, ну иначе нельзя. Выдвинули сейчас там этому бывшему, ну он, я так понимаю, сейчас возглавлял этот самый антимонопольный комитет, а был он типа главой этой полевой администрации в Донецкой области, там такой объем квартир купленных, домов, там автомобилей. А он, я помню, так все там выступал, такое лицо благостное у него. Но это, ну так вы что, не можете, это так трудно. Ну проверяйте их на этом самом, на детекторе лжи, на этом приборе. Собирайте про них информацию. Ну нельзя же вот так делать. Ну просто это невозможно, в конце концов, терпеть этих ублюдков, которых на посты назначают. То есть, значит, это означает одно, что воровские общаки работают, вот и все. И воровской общак покупает место хлебное в министерстве и ставит своего ублюдка на хлебное место, чтобы он брал хабары, откаты и все остальное. Вот и все.
Это означает полную порочность системы режима Зеленского. Вот. Иначе нельзя это объяснить. Поэтому, ну и оно ж будет, оно и все равно же ему в минус работает. Минус, 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 минус. То есть оно ж понятное дело. То есть вот если по Курской области брать, то уже начинается процесс структурирования через систему военных комендатур. Это серьезно, это очень важный момент. Создавать надо военную администрацию соответствующую. Есть опыт, как это делать, ничего сложного нет. Привлекать надо местное население к этой работе. Самое важное, конечно, не дай бог, не начинать мародерствовать. Это будет все. Если только создастся противоречие между этой комендатурой, украинскими военными и местным населением, это все, это сразу гибель. В этой связи важно, что то, что не назначен, то есть уже все писали, что назначен этот, там как его на Курскую область этот комиссар, и они его не поставили. Вот это очень важно, то, что Путин своего телохранителя этого не назначил. У Путина и у их узкого круга они не знают, что делать. То есть, по сути, потеряна модель руководства Курской областью. Потеряна, военная потеряна. Уже понятно, что в Украине надо решить вопрос с Ахматом 100%. Потому что это единственная структура, так или иначе, которая все время создает проблемы. И военные проблемы, и проблемы чисто информационные. Кадыров, вот этот Алаутдинов, и сейчас же многое срочники дают информации, просто это ужасающая информация о том, что чеченцы осуществляют просто, массовое надругательство над славянами, христианами, срочниками. Просто их группы заходят в казармы вечером и там осуществляют по отношению к российским срочникам надругательство. Ну, это просто... То есть, и это офицеры поощряют, значит, они за это бабло получают, которые срочниками командуют, и это просто, этому нет слов. Поэтому украинцы могут тут все зависит от того, получают ли люди вокруг Зеленского деньги от Кадырова, от чеченцев, и насколько чеченские бандформирования контролируют, скажем, Одессу, например, Одессу, да, их и туда еще при Гурвице они зашли. А вышли ли они оттуда, это мы не знаем. Это все, знаем, но так скажем, негромогласно, да. Поэтому тут вопрос простой. Платят ли деньги в кассу Зеленского канцелярии, Ермаку там, или Татаринову, или кому там? Вот это главный вопрос, потому что мы видим, что никто в Украине от Зеленского и Шмигаля, или других, или, например, даже Буданов, или Малюк, или Поклад, или силы, кто силами спецоперации руководит, никто не реагирует на кадыровцев. Никто. А это одно означает, раз не реагируют, значит, получают бабло. Более того, на Лукашенко вот эти сейчас, которые он делал, наезды на Зеленского, на Украину, сбитие этих беспилотников, тоже никто не наехал. Значит, тоже бабло Зеленского у Зеленского получает. Я не знаю, Зеленскому процент платят или нет.
Ермаку платят, Татаринову, Татарову или кому там платят. Но раз не осуществляются никакие информационные и военные наезды на эти структуры, значит, там есть финансовый интерес. Это 100%, говорю вам, 100%. И то, что, может, Лукашенко сейчас это разыграл, это я говорил, что, видимо, есть где-то туннель по переправке оружия с Украины западного в Беларусь. В каком-то городе Черниговской области, который граничит с Белоруссией. И сразу после этого такая эта активность Лукашенко и так далее. Но что-то есть. И то же самое однозначно по чеченцам. Потому что логично, поскольку аж до Татарстана долетали. Сейчас не летят туда, правильно? Почему не летят? Значит, скорее всего, начали деньги платить этому в канцелярию Зеленского с Татарстана, чтобы, может, Умерову платят, чтобы не били по Казани беспилотниками. Вот сразу видно, как только прекращаются удары по определенным объектам, по нефтеперерабатывающим заводам прекратились удары, по нефтяным базам, видимо, вышли и начали башлять деньги в кассу Зеленскому и Ермаку. Вот, иначе быть не может. А что прекратились удары? Если они не разрушены, эти заводы, значит, надо дальше бить, а они прекратились. Мощности есть, бить есть, они бьют, значит, откупаются. Вот и все. Это ж просто. В чем проблема Зеленского? Ну, они не понимают политэкономии, финансов, этих всех вещей. Ну, дети, что с детей возьмешь? Тем более, миссия его была, чтобы всю жизнь он делал, чтобы люди, ну, типа, улыбались, он сказал, смеялись в инаугурационной речи, да? То есть, ну, Зеленский любит деньги, мамо, ну, конечно. Ермак любит деньги, Татаров любит деньги. Покажите мне, кто у них не любит деньги? Хоть одного. Может, этот Шмигаль деньги не любит. Может, этого, которого сейчас подозрение вот этому бывшему полевую администрацию Донецкой области. Кто у них не любит деньги? Покажите, кто не покупает машины, квартиры, дома не покупает. И все сразу на место встанет. Все. Их цель – обогащение. Обогащение, обогащение. Зеленский это поощряет? Значит, да, поощряет. Да как иначе? Но Зеленский понимает, что он прижат. Фич сегодня объявил дефолт. Практически ограниченный дефолт Украине Фич объявил. С Модис, видимо, они как-то там контачат. Сейчас, значит, раз Фич объявил, сейчас Стандарт и Порс тоже должен объявить. А Фич эти следят за своим реноме. Модис, он, видимо, не совсем. Видимо, там нашли какой-то к нему подход. Ну, я думаю, эти самые сейчас жарят этот Модис, потому что это просто, тогда не надо говорить, что они ходят топовые агенты, если они такое творят безобразие, значит, наверное, им взятки дают какие-то, чтобы они не давали реальную картину по ситуации в Украине. То есть мы можем сказать, что как бы с одной стороны, да, Украина движется, вот, окапывается, создает модель. Сирский все время там находится в полях, и эта операция очень жестко разработана с огромными объемами ресурсов, и туда ресурсы не жалеются. Ну, и там еще одна очень важная вещь, я вам сейчас экономически дам аспект этого поражения Путина. То есть, мы с вами видим, что ничего у них не выходит. Пока у Путина уже 8 дней ничего не выходит, то есть, идет расширение. А я считаю, что сейчас надо нанести удар по Грозному беспилотниками. Если эти, тогда можно будет говорить, что Хасавюрт, Грозный, что все-таки нет смычки между исламистами у Зеленского, это Умеров и группа мусульман, которые в контактах, ну и Зеленский сам, и Ермак в контактах с мусульманами, и типа мусульманским ядром чеченцев, вот, что они не на одну эту мельницу воду льют.
Если сейчас будет нанесен удар беспилотниками, ну хотя бы там 70 беспилотников бросить на Грозный и Хасавюрт, тогда мы увидим реальность. Ну и заодно, конечно, надо бросить на Дагестан. 100%, потому что с Дагестана очень много идут сюда этих гоблинов, которые здесь убивают украинцев, мучают, насилуют. Это особенно. То есть чеченцы и вот эта вот окрошка винегретная под шубой, которая живет в Дагестане. Ну, увидим, как будет происходить. То есть сделаем выводы. Первый вывод. Украина расширяет свои позиции в Курской области. Второй вывод. Зеленский и сирский при руководстве.